Михаил, здравствуйте. Михаил Протасов, думаю, для специалистов в области e-learning представлять не надо. И тем не менее, Михаил, расскажите, какую компанию представляете и расскажите, как используете WebTutor. Я руковожу отделом дистанционного обучения в Enter Связной. Соответственно, как мы используем WebTutor? Ну, WebTutor используем на полную катушку, начиная от коробочного функционала, заканчивая доработками на базе WebTutor целых модулей. Вот. То есть это учет практически всего, автоматизация практически всех HR-процессов. Это обучение, адаптация, подбор персонала, это оценка персонала, это наставничество, развитие и тому подобное. Спасибо, Михаил. И вопрос, в чем видите преимущество системы WebTutor и в чем преимущество, ну, скажем так, не хочу сказать там с другими системами, но, скажем так, преимущество для бизнеса? Я вижу несколько преимуществ. Первое преимущество – это то, что эта система очень распространена в России, очень популярна, соответственно, есть большущее количество пользователей, с которыми можно обмениваться опытом. Не так сложно найти команду на работу с этой системой, как с другими системами. Вот. И, соответственно, есть очень много практик, которые можно кого-нибудь успешно позаимствовать. Вот. Второе главное преимущество, которое я вижу, это полная открытость системы. То есть мы в рамках нашей автоматизации очень активно дорабатываем что-то сами. В системе, с одной стороны, есть довольно много стандартных, коробочных возможностей, но когда у вас какая-то очень специфичная компания, которая нужна еще как какие-то дополнительные возможности, которых нет в коробке, то у вас с помощью WebTutor есть возможность доработать систему самостоятельно. Без, ну, вы можете, соответственно, обратиться в другую компанию, которая вам это сделает, WebSoft, например. Вот. А можно своими силами, собственно, доработать. Вот это второе самое большое преимущество, которое я вижу в WebTutor. Ну и третье – это... Я думаю, что это, наверное, ценообразование надо назвать, вот, то есть система лицензирования посерверная, вот, что, как сказать, для России делает это решение очень интересным. Удобно, интересно. Угу. Спасибо, Михаил. Угу.